Не, надо же было, в кои-то век не нашел себе нормальную девушку. Или не девушку, женщину, или не женщину. Ладно, суть та же, меня опять бросили. Эх, алло, Рыуша вас не чистит, работай давай. Пошел вон, мальчик мой, для тебя меня Александр Жозеп Антонина с чьей тяжелым Умберто Вольт в розетку запихивал. О, между прочим, тебя оплачиваю, так что работай. Так, сейчас посмотрим. Воу-воу-воу, стой, я опять Explorer открыл, сейчас. Спасибо. Привет, милый. Что-то давно тебя не было видно. Неужели личная жизнь появилась? Эх, да какая тут личная жизнь, понимаешь? После того, что с тобой... Тише, тише, не бушу. Я знаю, как это делаешь. О, давай, удиви. Ответ на самом деле прост. Это игра. Игра? Да. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Посмотрим. Как тебе вот это? Может, он... О, какая милая девушка. Слышь, ты кого девушка назвал? Сергей, 35 лет, живет с мамой, холост, играет за жреца, какое-то что-то там. Воу-воу-воу, попрошу заметить, это не я живу с мамой, а она живет со мной. 35 лет! Не, знаешь, убери от меня ее, да, его, это. Ну ладно. Иди пока там постой, а то вдруг крикнет, о, я вызываю тебя, а тебя нет. Ты смотри, какой привередливый, кормила бы тебя моя мама борщом, по-другому бы запел. Ну да ладно, смотрим каталог дальше. Брутал Мэджи, почему ты? Слышишь, что у тебя там за дрищ стоит? Ага, видишь, чужие люди замечают. Борщ надо было кушать. Ну, понимаешь, во-первых, тут есть небольшая проблемка. Какая? Ну, я люблю музыку более другого типа. Понимаешь меня? Нет. Свои ребята такие, у кого люди, правильной музыке. Нет, я не это стоит. Сделал. Драки, это не... Прости, Зайдя. Ребята, слушайте, вы это, борща не хотите? Так. Моя мамка свежий сварила. Может, с этого начнем, а? Нет. Нет, не катит. Почему? А, как думаешь, это... Нет, я, конечно, не хотел этого предлагать, но раз на то пошло, то мы тут крайне мило. И Дота, русский сервер. Святой борщ! Я твою маму не научил! Ты кого рачиной назвал? Прекратите это безумие! Все слышали? Он тут царь и бог! Рачина, постой! Постой с остальными там! Вот, после того мужика в доспехах! Все ужасно. Ладно, раз тебе уже бог не подходит, то как насчет очаровательной тян? Слышь, вставай давай. Надоело. Она уже ушла? Вообще-то да. Нет! Зеленый кофе для похудей. Нет, ну что за фигня? Больше лучше. А наши птички целины, что? Блин, ну что вы открываете? Ты-то не будешь. Я выиграю фонд сгады. Мне надо предложить $1000 на левый счет. А мне предлагают выпрямить глаза.
Ну да ладно. Ладно, давай разбирались уже, все. Что дальше у нас есть? Ладно. Как насчет все-таки просто идеи очаровательных тян? Богатая, милая, прошедшая много испытаний, из хорошей семьи. Нет, я передумал. Как насчет странных тян? Ты вообще что-то... Ну давай. Ну вот. Встречайте Лара Крофт и Эмилия Рейдж. В данном случае только Эмилия Рейдж. Может... Встречайте, та самая Эмилия, спортсменка, любящая опасность. А где Лара вообще-то? О, я пословицу знаю! Клар у Лары украл! Закрой бородатую Лару! Баришку! Там вообще-то была не Лара, а Клара. Так а где Клара? О, Лара! Ну, она, наверное, где-то в волосах запуталась. Но святой дух Анонимуса. Ему уже никто не подходит. Ладно, остается один выход, и помни, это ты меня привел. Встречайте. Это... Что это? Игра за Darkness. Мне он как-то даже очень. Нет, ребята, я на это не подписывался. А зря. И вообще, ты в нашем контракте было сказано претендант. А по девочке, у нее в волосах не только тентакли есть. Девушка, а давайте пройдем со мной в одно укромное место. Я вам покажу свои тентакли. Не, ну что ты говоришь, какие тентакли, Борщ? Девочка, идем со мной, Борщ. Тентакли рулят. Борщ, все! Прекратите это! Тентакли! Обрыв на линии. Все, ребята, закончена наша вечеринка, поэтому все расходимся. Эй, второй, помоги мне.